Всем здорова, мои кровожадные друзья, с вами Спикер, иначе но ужас начинается в игре Dead by Daylight. Сегодня поиграем за призрака вот с такими яркими глазами, найдем парочку новых выживших и, конечно, насадим их на крючок. Устраивайтесь поудобнее, и наша охота начинается. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. У нас, друзья, призрак, у нас гнилое болото, и началась наша охота. Охота начинается на выживших, 4 выживших и генераторов 5 штук. Ну что, найдем, конечно, истреблять будем, и навешивать на крючки обязательно будем. Тут у нас чисто и тихо. Ну что, пробегаемся по всем генераторам, ищем выживших, и, конечно, появляемся в самом удобном месте для нас. Есть шум, и побежали именно туда. Ребята уже активно чинят генераторы. Сколько здесь поворотов? Поворотов много, как раз был шум, наверное, вот тут-то. Точно. Прямо на корабле. Сверстать снег наверх, ребятишки. Ох, да, секундочку. Мы появляемся прям неожиданно и прям ниоткуда. И вот он я, и охотник. Куда ж делись, ребятишки? Куда вы побежали? Я бегу за вами. И вот начинается погоня. Как всегда, нас погоня. Самый интересный, куда, ребята, делась она? Вот на. Черт, я буквально уже хотел взять ее за шкварник, но это дело не получилось. И я уже бегу. И я уже бегу за тобой. Слушай, ты довольно такой кемпер. Какой кемпер? Ну-ка, секундочку. Сейчас мы это дело разрушим, и побежим за тобой. Сквозь время. О-о-о, заныкалась! Все-таки заныкалась. Черная шоколадная красотка заныкалась, и мы бежим дальше. Мы бежим вокруг нее. Мы бежим вокруг обратно. Нет, секундочку. Все-таки я обману, игроки у нас реально очень опытные, очень шустрые. А мы решили... Воу-воу-воу! Да, это дело получилось, мне это понравилось. Как же я обманул. Главное, друзья, быстренько и со вкусом. Ну что, берем нашу шоколадную красотку и тащим ее на крюк. Вижу, ребята пытаются ее все-таки спасти, а мы тащим ее на крюк. Прямиком на крюк, прям через пыль, через кусты. И на крюк, давай, детка. Да, шоколадная детка у нас на крючке, и будем ждать. Иди сюда, иди ко мне, моя хорошая. Иди, моя блондиночка, шоколадка уже висит, и я хочу белый шоколад. Иди ко мне. Ночка у нас сегодня будет жаркая, и я жду тебя везде. Я жду тебя и справа, и слева, но я тебя не вижу. Шоколадная у нас конфетка висит уже. Где наша мармеладка заныкалась? Мармеладка, появись-ка ты ко мне поближе. Ох ты же, ночка будет сегодня, будет много боли и страдания. Куда она убежала, друзья? Она уже пофиксилась и уже здорова. Видимо, с аптечкой была. Или, ребятишки, кстати, я вижу, слушай, генератор пытаюсь починить буквально здесь неподалеку, но я не хочу уходить от шоколадки, потому что тут ребята заныкались. Я чувствую ваш запах, я чувствую, как вы напрудили свои трусики, и какой запах. Тут еще что ли бегает? Где наша блондинка? Да, ребята, вижу, уж двое бегают. Ох, не тут-то было, я кого-то хочу забрать. Кого я забрал? Интересно, я шоколадку оставил, но я забрал, кажется, другую. Иди ко мне. Тоже шоколадная и тоже, видимо, пойдет на крючок. Сейчас посмотрим. Шоколадка, не шоколадка. Давай на крючок. Давай тебя на крючок повесишь. Теперь ты пострадаешь. Тоже шоколадка. Тоже сойдет. Тоже сойдет шоколадка. Ну что, ребята, где, куда вы заныкались? Был шум очень далеко. Будем ждать новую жертву. Будем ждать... Новое мясо, свежее мясо. Ребята очень дружные. А у нас тут, походу, женская лига собралась. Ребятишки, куда вы делись? Я вас жду. Я вижу, ребята пофиксились, и где-то они поблизости. Сейчас, секундочку, мы это дело, конечно, уничтожим, чтобы он не мешал в следующий раз. Так, ребята, куда? Куда ты? Блондиночка, иди ко мне. Иди, моя хорошая. Теперь ты будешь висеть у меня на крючке. Я осталась буквально чуток до тебя. Сегодня даже не применяю способ, конечно, исчезать, потому что мы реально такой сендирский охотник-колокольчик. Ну-ка, берем тебя и пойдем обратно. Там довольно хорошее место, неподалеку. А вдруг... О, есть крючок. Кстати, был у нас выживший. Осталось 3 генератора и как раз хорошее местечко. Просторное место, больше умирать со вкусом. Ребята, давайте ко мне идите. Она умирает со вкусом, я бегу здесь все вокруг и все это дело осмотрю. Конечно, можно исчезнуть и уж точно тогда кого-нибудь поймать. Нет, моя шоколадная девочка, моя шоколадная красотка, я хочу тебя. Иди сюда, я хочу твоего мяска.
Мясо хочу. Хочу мясо, хочу много крови, страдания. Она будет резко поворачиваться назад, но все-таки она получила свое. Интересно, который раз уже будет висеть на крючке? Если будет висеть третий раз, это уже, конечно, не жилец. И, кстати, ребята активнее чинят генераторы. Мне нравится. Дружная команда, все чинят. У нас, походу, блондиночка или просто беленькая. Сейчас повесим тебя. Иди ко мне. На, умри уже, наконец-то. Нет, 50% жизни. И кто-то будет тебя, походу, спасать все-таки. Где-то, ребята, поблизости. Кто тебя спасать не будет? Не, сопротивляется. Сопротивляется, конечно же. Нам, наверное, пора исчезать и где-нибудь найти нашу очередную жертву. Мне нужна еще жертва. Осталось 3 генератора. Конечно, очень плохо. Я хочу сегодня кого-нибудь убить. Иди сюда. Не тут-то было. Я свою жертву все-таки буду пасти до конца. Это моя корова, я буду ее доить. Иди сюда. Смотри, какая кровожадная. Осталось буквально чуток. Ох, не ожидала. Не ожидала, и тут на тебе. Нет, друзья, ей хана, я исчезаю и ищу свою очередную жертву. Мне нужно мясо. Вот-вот, свежая кровь. Свежая кровь прошла именно вот тут. Ищем свежее мясо. Ух, жаркая ночка, конечно, у нас. Мы продолжаем нашу охоту, и ребята пытаются починить вот именно этот генератор. Конечно, мы это дело повредим и продолжим свой путь уже в другой генератор. Ну и, ребятишки, куда вы заныкались? Тут у нас чисто. Чисто починили генератор, бежим прямиком туда. Побежали туда, и надеюсь, я кого-нибудь там найду. У нас есть одно раненое мясо и другое свежее мясо. Так, 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 спокойно, здесь тихо. Здесь тихо, никого не вижу. Нет, нужно бежать, конечно, генератором. И нужно их пасти, там точно будут наши девочки. У нас сегодня, походу, все девочки, и нам нужно еще кого-нибудь поймать. Тут у нас чисто, нужно проверить вон там на корабле. Да, пытается починить, там я слышу, работает генератор. Нет, вы пытались починить, я, конечно, дело сломаю. И мне нужно еще мясо, потому что осталось 2 генератора, и мне нужно еще найти кого-нибудь. Так, ну что, ну если там генератор, если он там еще вдалеке, осталось 4 генератора. И нужно кого-нибудь еще найти, друзья. Это у нас блондинка, мы появляемся, и начинается наша охота. Куда ты побежала? Иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая, я за тобой оббегу справа. И слева. А и вот она. Моя блондиночка прям передо мной. Не тут-то было. Не тут-то было, побежали обратно. Ну что, бежим обратно. Бежим обратно. Лево, направо. Куда ты убежал-то? Где ты, моя хорошая? Куда ты делась? Я исчезаю, конечно. Потому что, кажется, я буквально потерял ее на 2 секунды. Это дело повредим. И нужно искать другой генератор. Потому что другая жертва, наверное, пытается починить. Там у нас находится очень далеко генератор. Но прибежимся туда. Здесь точно был шум. Наверху, наверху слышу. Да, там у нас снова мясо. Свежее мясо, появляемся прямо перед ней. Ну, ребята, сколько у вас тут аптечка? Я прыгаю за тобой. Я двигаюсь за тобой. Не тут-то было. Миско. Мое миско, конечно, подвесим на крючочек. Я хочу тебя уже подвесить. Я хочу тебе причинить боль, страдания. И я бегу за тобой. Нам вниз. Именно вниз, и сразу же можно нанести удар. Нет, не получается, потому что жертва... Нет, не тут-то было. Она моя, мы перешагиваем, забираем ее с собой. Осталось 2 генератора, и сейчас ребята будут снова спасать свою жертву. Есть рядом крючок, есть рядом, конечно, страдание и боль. И сейчас причиним боль. Как же обожаю играть за охотника, причинять боль, конечно. Но интересно, конечно, не убегать от охотников тоже. Ну что, моя хорошая. Мы висим, мы страдаем, у тебя 100% жизни. Где остальные ребята? Они будут чинить генератор и, походу, спасать тебя не будут. Ты поперхнулась. Покашляю так, и я ищу остальных. Ребята, куда вы заныкались? Я вас найду все равно. Я вас найду, я вас истреблю полностью. Всех на этой карте. У нас сегодня женская лига, и я хочу найти всех девочек. Я вас просто обожаю, мои красотки. Она страдает, конечно, мучается, и ребята смогут починить 2 генератора, это точно. Так, ну что, хорошо, она страдает, у нас, по идее, там сверху генератор уже заведенный, если он там есть еще, и поближе. Ну-ка, секундочку, можно сбегать, посмотреть. Что это такое? Как я ее поймал, она просто не ожидала, она думала. Кстати, ее спасли, но мы поведем нашу шоколадную красотку на этот... На этот крюк. Ну, пойдем, моя хорошая. О, убегает, убегает. Пускай бежит. Мы подвешиваем шоколадку.
И пускай она помучает. Возможно, уже висела и будет страдать намного меньше. Ребята, куда вы заныкались? Я вас найду все равно. 50% жизни! Ох! Иди ко мне. Я причиню тебе много боли и страданий. Она уже ранена и будет истекать крови. Пускай истекает крови, а мы найдем другую жертву. Ребята ранены, ребята пофиксились. Наверное, с аптечкой. Ну где же вы? Они, наверное, просто лечатся, сейчас подлечатся и прибегут сюда. Но я думаю, не успеет. У нас там генератор чинит. Чинили, нужно его повредить. Но мы все-таки подождем до конца. Ребята, я вас жду. Где блондиночка, где еще шоколадная конфетка? Всех найдем, все истребим. И осталось буквально чуток, 20% жизни. А у нас здесь кто-то есть? Нет, показалось. Так, ребята, пофиксились. Нет, одна пофиксилась, другая нет. Еще другая ранена, где-то бегает. О-о-о-о-о, секундочку, блондинка решила меня. Заиграла музыка. И сейчас, друзья, будем исчезать. Конечно же, будем уничтожать генераторы и находить остальных жертв. Ну что, мы исчезаем. Уже жертв реально хана. Я исчезаю. И сущность забирает с собой. Нормально. То, что нужно. Так, мы уничтожаем, и нужно проверить генератор, который находился наверху. Куда побежал блондинка как раз? Вон там наверху его пыталась починить, и я как раз пойду туда. Нет, не чинят. Ну что, осталось сколько генераторов? Я вижу 4 генератора, осталось 2 починить. У нас все тихо, спокойно, ну, кстати, практически его починили. Сейчас мы это дело уничтожим и продолжим наш путь другим генераторам, которые, конечно, они тоже будут чинить. Веселая охотка сегодня, призрак. Интересный, конечно. Нет, только не убегай. По тому же пути она убегает, мы то же самое делаем. Мы делаем так, так и сюда. И где ж нас? То же самое, у меня какой-то дежавю, куда ты делась? Так, идем по следам, она где-то тут, а поблизости. Она где-то тут поблизости. Ну хорошо, мы исчезаем, мы найдем ее в очередной раз. Она была с аптечкой или без аптечки, я не помню. Мы надеем, конечно, повредим и пойдем к четвертому генератору, который находится наверху, где-то, там на корабле. Да, помню это дело. Можно, в принципе, сбегать, тут недалеко. Нет, здесь тихо, значит, здесь никого нету. Вот у нас есть 3 генератора и будем, конечно, их пасти. Ох, еще аптечка, я забрать, конечно, ее не смогу. Так, ну что, где-то у нас блондиночка ранена. Она не пытается починить и даже не пытались починить. Хорошо, сбегаем, наверное, вон туда, на гору и проверим там. У нас, по идее, там есть блондинка или шоколадка. Точно ребята пытаются там починить. Да, чинит, друзья. Подбегаем, тихо, спокойно. Главное, внезапно и быстро появляемся. Вот это самое дерзкое, это вот это. Слушайте, буквально чуток я не успел появиться, и она починила. Мы идем за ней. Куда ж делась-то? Она починивает, конечно, очень плохо. Вот наша красотка. Но я иду с тобой, не переживай. Походу, меня потеряла. Я тебя быстренько нашел, и я вот уже иду с тобой. Пойдем вокруг. Я бегу вокруг. Что такое? Что происходит? Она просто издевается надо мной. Но я тебя все равно догоню. Нет, не тут-то было, и она валяется на земле. Я буду, конечно, ее поднимать и насаживать на крючок. Ну что, остался последний генератор. У нас крючок буквально рядышком. И будем искать последнюю жертву. Давай же на крючок. Я знаю, где генератор, который пыталась починить та блондиночка. А это самая дерзкая была. Вон где шум. Мы исчезаем и бежим туда. Я не знаю, наверное, зря это делаю. Возможно, не зря, но, друзья, пойдем. Да, друзья, да, и блондиночка наша идет по третьему маршруту уже. Нет. Идет ко мне прям прямиком, мы исчезаем, наверное. И проследим, куда она бежала. Вот, друзья, она. Нет, не нужно появляться, пускай идет обратно к генератору. Пускай идет к генератору, и я появляюсь и буду ее истреблять. Куда она делась-то? Она буквально была передо мной и куда-то делась. Нужно, конечно, вернуться к своей красотке, видимо, она пошла туда. Да хорошо, вернемся обратно к нашей красотке, но она уже не жилец и, возможно, уже погибнет. Но мне нужно найти, конечно, последнюю нашу жертву. И куда же она заныкалась-то? Да, сущность забрала ее, и осталась последняя. Последняя жертва, где же она находится, интересно. Так, есть у нас уже люк, через который она сможет, конечно же, уйти. И этот люк, я даже не знаю, где находится. Ох, черт из два. Буквально была передо мной, и я даже ее пустил. Очень, конечно, она пофиксилась. И где-то находится поблизости. Где ж ты, моя хорошая, находишься?
Практически починила генератор. Да, она починила. Мы бежим за ней. И что же будет, друзья? Самое интересное начинается. Самое интересное. И мы вдогонку. Мы вдогонку. Мы налево. Она налево. И, друзья, самое интересное. Самый кайф начинается уже, походу, кончается. Я ее потерял. Неужели я ее потерял? Мы исчезаем, я ее потерял буквально в кустах. Я даже не знаю, будет она оттуда, либо она пойдет в другое место. Вон там есть еще выход. Я маленько подожду здесь и потом, конечно же, пойду туда. Да, конечно, беда. Возможно, она будет, конечно, ожидать где-то туда. Чуток подождет и пойдет туда. Куда же заныкалась-то, моя хорошая, свежее мясо? Я, наверное, пойду все-таки сбегаю туда и потом вернусь сюда. Хорошо, мы сбегаем вон туда и как раз потом прибежим, возможно, будет здесь. А возможно, нет. Последняя жертва, мне хочется, конечно, ее тоже поймать, тоже истребить. В принципе, выход тут недалеко, можно сбегать туда и сюда, и я уже тут. Ее тут нет, вернемся обратно. Тут, в принципе, недалеко, я думаю, мы успею добежать, если что, ее поймать. Есть, конечно, и люк, через который она может убежать. Я не знаю, где он находится, я не видел на этой карте. О, нет, друзья, она убежала. Да, последняя наша жертва убежала. Ну что, такая была котка. Если все понравилось, продолжайте бояться спикером. До новых встреч, всем пока.